Торговая марка Recoil подходит для нарезного и гладкоствольного оружия. Также можно очистить пушку, гранатомет, миномет. Ну вот как-то так. А, я не могу захлопнуть. Дай. Боже! Дай. Я не знаю, страшно это или нет, просто адреналин. Командуйте. Сейчас, ну подождите, я не могу вот командовать и еще и прицеливаться при этом между собой. Нет, не надо, только мушка видна. Я помогу поддержать. Значит, стрелять будем начинать вложенными, то есть голову кладем на приклад. Вот. Вот так. Да, то есть вы должны видеть мушку в таком положении. Значит, мишень у нас появляется из-за правого плеча, низкая мишень. Мы ствол в изготовку чуть ниже опускаем, вот так. И смотрим вот сюда, на мою руку. Отсюда появляется мишень. Ага. Как только мишень появилась, подводим мушку под мишень и нажимаем спуск. Ага. Собственно, все. Теперь... Под мишень, да, под? Да, теперь я подержу, вы отдыхаете. Вот, и сейчас начнем. Пробуем. Просто стрельнуть или нет, уже в... уже по мишени. Дим, возьми пульт, подашь. Мишень поддается по команде стрелка «дай». Ну. То есть командуем. Дай. Боже. Все хорошо, осталось только... Больно нет? Нет. Все делаем первый, правильно. Первый страх ушел. Осталось только прицелиться. То есть сейчас мы попытаемся подвести... Еще и прицелиться, я не могу еще прицеливаться в этот момент. Я снизу просто поддерживаю, чтобы вам было не так тяжело держать. Типа эта мушка чуть-чуть ниже должна быть, чем тарелка летит, да? Да. Ой, да, я поняла, что я команду. Дай. Ты только услышала шуршание, ты уже нажимаешь. У вас команда «дай». Ну, мне становится страшно, да. С нажатием спускового крючка. Вы же посмотрите, чтобы мишень при этом вылетела. Вот. Так все хорошо, сейчас... попадем. Уже же не страшно, уже не больно. Ну как, ну страшно все равно. Страшно что? Ну колбасит, не знаю. Ну, я не знаю, страшно это или нет, просто адреналин. Все, сейчас отдохнете от адреналина, все хорошо сейчас. Командуйте. Сейчас, ну подождите, я не могу вот командовать и еще и прицеливаться при этом. Так, нет, смотрите, вы когда командуете, мишени еще нет. Вот, поэтому вы скомандовали. Взгляд, повторюсь, взгляд здесь. Вот как тут пошла мишень, вы под нее мушкой и нажатие. Ничего страшного, сейчас все будет хорошо. Голову на приклад кладем, мушку видим четко, командуем. Дай. Ой, блин. Так, надо отдохнуть чуть-чуть.